Уолл-стрит берет самых талантливых людей и бьет их об асфальт. Снова и снова. Неважно, чем вы занимались до этого. Вопрос лишь в том, можете ли вы делать деньги. Если ты знаешь, что делаешь, то должен понимать, что все это чертовски ненадежно. При этом ты должен быть дисциплинирован. Ты должен обладать интуицией. Быть одержимым. Мы занимаемся и короткими, и длинными позициями, что означает, что мы, так сказать, делаем деньги как на росте, так и на падении рынка. Собственно, Уолл-стрит — это просто улица в Южном Манхэттене. На углу между Бродвеем и Уолл-стрит стоит Нью-Йоркская фондовая биржа. Но на самом деле и в переносном смысле это крупнейший финансовый рынок мира. Песнь денежных сирен еще не была настолько сладкой. Крайне конкурентная среда, где ты соревнуешься с отчаянно умными людьми.